Дорогой кузен Чарльз, когда ты получишь это письмо, я уже обрету вечный покой. Я завещаю тебе особняк наших предков, Чепл-Уэйт. Что скажешь? Я и сам не знаю, что сказать. Слышала, вам нужна гувернантка? Да. О вашей семье ходят слухи. Дети. Только христиане. Кто-то считает Чепл-Уэйт рассадником зла. Бунов преследует несчастье. Папа, все хорошо? Как только люди поймут, что бояться нечего, их враждебность исчезнет. Но если им есть чего бояться... Мы видим то, чего не существует. Твои чувства к нему? Нет, к этой семье. Грядет беда. Тебя ждет лишь безумие. Вот мое проклятие. Лишь я могу спасти тебя. Я скорее умру, чем причиню боль своей семье.